Леонардо да Винчи за всю свою жизнь создал не более 20 живописных работ, часть из которых осталась незавершенной. Эта черта мастера настораживала заказчиков, а его обыкновение работать медленно и вовсе стало притчей во языцах. В свое время один из монахов монастыря Санта-Мария-де-Ле-Грация, который наблюдал за работой Леонардо над знаменитой фреской «Тайная вечеря», поделился впечатлениями. Художник ранним утром забирался с картиной на леса, возведенные вдоль стены, и не расставался с кистью до глубокой ночи, напрочь забыв о еде и отдыхе. В другой раз он мог часами пристально рассматривать свое произведение и проводить дни напролет, не нанося ни единого мазка. Но если фреска из Миланского монастыря из-за неудачно выбранной техники исполнения стала одним из самых больших разочарований мастера, то с портретом Мона Лизы все обстоит совсем иначе. С момента написания и до конца своих дней Леонардо будет с ней неразлучен, как с самым дорогим сокровищем. Эта небольшая по размеру картина, всего 77×53 сантиметра, производит впечатление монументального полотна. Хотя вернее было бы сказать, она просто производит впечатление. В записях Леонардо нет ни одного упоминания о работе над портретом. Кто поручил ему работу над картиной, кто был моделью, документальных свидетельств попросту нет. Но в своих догадках пытливые умы специалистов продвинулись необыкновенно далеко. Кандидатками в героини полотна в разное время становились герцогиня Мантуи, Изабелла Д'Эсте, портреты которой Леонардо выполнил в тот период. Следом за ней выступает флорентийская дама по имени Пачифика Брандано, любовница влиятельного мецената Джулиано Медичи. Некоторые исследователи считают, что никакой модели не было вовсе, и Леонардо создал собирательный образ идеальной дамы. Другие, что он воссоздал черты своей матери. Третьи полагают, что этот юноша в женской одежде никто иной, как ученик и, возможно, даже любовник самого мастера – Джиана Джакомо Капротти. Он находился рядом с ним последние 26 лет, и ему художник завещал картину. Наконец, очень популярна точка зрения, что Мона Лиза – автопортрет самого Леонардо да Винчи. Традиционным же считается мнение, что на картине изображена жена флорентийского купца Франческо дель Джакондо Лиза Герардини. Работа над Джакондой проходила между 1503 и 1513, но точных дат создания нет. Предположительно, будущая Мона Лиза, а тогда еще просто Лиза Герардини, впервые начала позировать Леонардо, когда ей было около 24 лет. Приставка «Мона» – сокращение от «Мадонна», что в переводе с итальянского означает «дама, госпожа». Эпоха Возрождения провозгласила человека как наиболее совершенное творение природы. Поэтому в живописи, устремленной во всем подражать природе, изображение человека становится истинным показателем мастерства художника. Важно было передать не только особенности внешнего облика модели. Самое главное – суметь раскрыть ее личность. Но как показать невидимое? Как выразить на картине темперамент и душевные качества, присущие персонажам? Леонардо советовал делать фигуры с такими жестами, которые передавали бы состояние души человека. Если фигуры не делают жестов определенных и таких, которые членами тела выражают представление их души, то фигуры эти дважды мертвы. Мертвы преимущественно потому, что живопись сама по себе не живет. Она выразительница живых предметов без жизни. А если к ним не присоединится жизненность жеста, то они оказываются мертвыми и во второй раз, считал мастер. Но не обязательно прибегать к сложным поворотам и замысловатым движениям. Верх мастерства – насыщенность и глубина образа при полном отсутствии внешнего движения. На губах Моны Лизы застыла едва уловимая улыбка, которая придает лицу какое-то особенное выражение. Смотрящая с портрета женщина о чем-то думает или вспоминает. Все в ней просто, естественно.
и одновременно загадочно. Леонардо создал, без преувеличения, живое лицо живого человека. Он не срисовал, а воссоздал свою модель, явил одухотворенный образ, притом настолько живой, что это почти пугает. Не зритель смотрит на нее, а она сама наблюдает за ним глубоким осмысленным взглядом. Когда находишься с картиной в одном помещении, создается впечатление, что этот взгляд всегда направлен на тебя, независимо от того, куда ты перемещаешься. Многим лицо Моны Лизы кажется изменчивым в разных ракурсах, в зависимости от угла зрения. Это даже не картина, это присутствие. И тем не менее, то, что мы видим, лишь слой красок на плоской поверхности деревянной панели. Какое же волшебство должен был сотворить Леонардо с помощью кистей и палитры, чтобы зритель поверил Джоконду как настоящую? Картина состоит из почти прозрачных, необычайно тонких слоев цвета, покрывающих исходный рисунок. По мере того, как высыхало предыдущее покрытие, Леонардо накладывал следующее. И так много-много раз с завидным терпением и виртуозностью. В результате многослойной живописи цвета переходят от одного в другое настолько плавно, что контурные линии рисунка как будто растворены. Нет границ между светом и тенью, которые мягко сливаются друг с другом, создавая ощущение объема. Леонардо удается невероятное. Он рисует воздух. Еле заметной дымкой художник наполняет пространство картины, в которой появляется глубина. Этот эффект дымки мягкого рассеянного света Леонардо назвал итальянским словом «сфумато». Мазки его кисти были настолько мелкими, что ни микроскоп, ни рентген не позволяют обнаружить следов работы и даже определить количество слоев краски. Несмотря на попытки многих художников повторить прием Леонардо, с точки зрения техники живописи Мона Лиза до сих пор считается непревзойденной. Однако этому шедевру уже очень много лет, и то, каким он предстает перед зрителем сегодня, не до конца совпадает с его изначальным видом. Упоминание о картине есть у первого биографа Леонардо, Джорджио Вазари, жившего в XVI веке. С восхищением повествуя о портрете Элизы Герардини, он упоминает малиновые тона в цветовой гамме лица, которые теперь совершенно не просматриваются. Лаковые покрытия, которые после Леонардо наносились на картину, чтобы обеспечить ее лучшую сохранность, на самом деле изменили соотношение цветов и создали замутненный эффект. Теперь мы смотрим на изображение женщины, которая как будто просвечивает сквозь морские воды. В какой-то момент были утрачены и две небольшие колонны, располагающиеся по бокам от главной фигуры. Присутствие этих архитектурных фрагментов явно указывало на то, что Мона Лиза сидит на балконе, а вовсе не подвешена в воздухе, как это иногда кажется.